Салют, народ, и это снова Elden Ring. Мы продолжаем прохождение, и я хер вот до сих пор не разобрался в ней так. Ну, если я вздумал спрятаться, я принес тебе так... Так, ладно, так. Продать... Пепел войны, что такое пепел войны, так. Так, это мы что? Ладно. Ладно, кто-нибудь что-нибудь мне объяснит, я вообще не шарю. Так, мне куда сейчас? Мне же за стол нужно, да? Я же правильно понимаю, мне за стол надо, да? Отдохнуть у стола, утраченной благодати. Так, скоротать время, повысить уровень, пока мне с нами не надо. Так, фляги. У нас что-нибудь есть, увеличить количество фляг, так, использовать. Не хватает золотых фляг, ладно, понятно. Так, изучить чары и молитвы. Чары и молитвы у нас ни хрена нету, так, сортировка сундука, фляги, повысить уровень, скоротать время. Давайте повысим уровень. Так, пока мне стойкость, силу, вот, силу. Ловкость, мудрость, вера. Колдовство. Давайте пока мне все... Стойкость, что такое стойкость? Это у нас максимальная... А, вот, выносливость качается, да? Нам нужно тогда стойкость качать. Бля, в натуре всего лишь одно очко дают. Ну, давайте вот так тогда. Потратим. Все равно их просрем в одно время, так скоротать время. До утра. До утра коротаем мы время. И на рассвете идем. Так. А ну и что мне делать? Не, серьезно, а что делать-то? Поясните незнающему. Дверь не поддается. Допустим, пойдемте туда в центральный зал. Ты что можешь сказать? Че, да, нет. Здесь. А, да? О, изучить. А ты где гнида был, когда у меня были руины? Что ж ты за человек? Петух, ты несчастный, так. Ага. Так, сейчас где кузнец? Я чем-нибудь кузницу толкну. Вот в эту бабенку, например. Блять, не туда, сука. Так, я уже заблудился, я уже забыл, что где у нас находилось. По-моему, он здесь был. Да, вот он. Давай быстрее, это мы все же просто... Так, назад. Продать. Что это такое? Камушек. Мясо. Где-то у меня были... Где-то у меня были щиты. Вот. А, да. Давайте вот эти вот тряпки продадим. У них так сопротивление уру... В смысле, у каких-то тряпок больше так. В принципе... Так, ладно, я понял. Я понял. Так, не в инвентарь, нам снаряжение надо. Так. Снаряжение... Нагрудник. Во, зашибись. А где сиськи? Я сиськи 5-го размера делаю, Народ, меня в чем-то наиграли. Я тут ни при чем, честное слово. Так, 200 рун. Все, у нас 600 рун. Я думаю, у нас хватит на какую-нибудь ману. Я сиськи 5-го размера делал. Где мои сиськи 5-го размера? Я не понял. Так, с собой. Так. 600 это что такое? Так, из рук заклинается мгновенный. Так, ну допустим, мы купили это. Ой, что я там сделал? Так, уйти, изучать молитвы. А как их использовать-то? Да прибудет с тобой с золотого порядка, так. Так, повысить уровень, так. Вот, изучение чары молитвы. Давайте первую, так.
А как его использовать-то? На всякий случай кто-нибудь объяснит. Так, с собой мы тоже. Ты ничего интересного не говоришь нам больше. Ну давайте так. Ты хочешь сказать, что я обладаю неким даром? Я тебе не верю, но... Если я действительно обладаю этим талантом, а других у меня никогда не было, полагаю, мне следует его совершенствовать, не так ли? Прошу мастер Хью обучить меня. Он, конечно, на вид ужасен и нас в покашах недолюбливает, но я знаю, что он заключен здесь, в крепости круглого стола. Так, я точно знаю. За этой внешностью скрывается добрая душа. Все? Все, с тобой нельзя поговорить, понятно. Так, точно, ты у нас молитву дал. Типа мне с вот этим нужно поговорить. Ну, иди в бедру. Что мне нужно сделать? Свет благодати никуда не указывает. Может, сейчас эти ворота откроются? Дверь не поддается. Ну, пойдем туда, в большой зал. Хрена ли нам еще делать? И бить здесь нельзя. Ну, допустим. Может, эту девчонку позвать? Нет, стол утраченной благодати. Сортировать сундуки. Г-карта. Я хочу сюда переместиться. Ладно, я понял. Что-то мне здесь нужно сделать. Ты? Ты мастер? Нет, не ты мастер. А здесь я был? Что тебе нужно? У меня мало времени. О, положение Егося для тебя оскорбительно? Значит, тебе стоит вспомнить первые слова, дарованные тебе благодатью. Предстань перед кольцом Элден и обрети над ним власть. Если это для тебя не пустой звук, тогда следуй за видениями. Убей хозяев сколько... И завладей великой руиной. Так, когда придет время, двери внутреннего поколения отворятся. Так. А. Все, да? Трусливые погашты проходят сюда лишь за тем, чтобы пожертвовать непогоду. Мы готовы достать долго так. Ага, понял, все, с тобой нельзя поговорить. Так, придет время, и оно откроется, да? Так, у нас кольчуга. Так, ты молчишь, ну и хуй с тобой. Молчи дальше, молчи. Во. Так, купить, предложить. Не, ну ребят, ну у вас все дорого. У вас нет колокольной сферы, а у них она будто бы есть. Ой, ну что, почему здесь не написано задание-то, а? Ладно, попробуем. Дверь не поддается. Если у меня впрямь есть талант, верно? Ну попроси, я тут-то при чем? Так, допустим, сюда мы можем войти. Что мы можем найти здесь? Так, здесь мы можем внешний вид поменять. Сменить пол, так сказать. Спасибо. Ну это сейчас на полчаса, вот эти вот все обнимашки затянутся.
этим мы поговорили. Ну и что у нас в подвале? Дверь не открывается. Сюда нас тоже не пускают. А что вот мне делать здесь? А так запись идет. Это очень важно, так. Я абсолютно не понимаю, что мне делать туда надо. И дверь ни хрена не открывается, ну блин. Девушка, а что с ней? Ты бы позаботился о Дрике. Ты в своем уме? Как отнесется с уродливым громилом, который разбивает лишь кузнечный так? Вздор, кроме того, она никогда бы на такое не согласилась. Таково ее желание. Я отказываюсь в это поверить. Искренность, я не сомневаюсь. Просто я знаю, что это неправда. Ладно, теперь мне нужно с ней поговорить и с ней прийти сюда. Я им, блядь, чё посланник, я им чё голубь, сука. Так, где эта херь? Если у меня и впрямь есть... Чё? Прошу, дай мне знать... Ага. Продать пепел войны, ну, блин. Ну, что мне здесь делать-то, а? С тобой поболтать. Хорошо, подойди ближе. Такое ощущение, что я больше не самурай. Блин, без самурайской снаряги я больше не самурай. Твое влечение так и... Лучится тепло. Хорошего дня, мое солнце. Спасибо. Угу. Я теперь больше на ниндзя похож. Эта дверь у нас не открывается, не так ли? Эта дверь тоже не открывается. Ну, а что? Что мне делать? А, да? Так можно было? Понятно. Чего? Что это такое? Ой, ты что делаешь? Ты дурак! Ты дурачок что ли совсем? Ты дурачок, я же тоже хотел поклониться. Понял. Я же не знал, но вы понимаете, ребята. Ща я ему пиздюлей как отвешу. А как там взять первую? Я забыл, как там взять оружие в две руки. Или здесь типа нельзя. Так, стопа. А как использовать поджог?
Ты что делаешь? Успокойся, дядя. Ай, у него два удара. У него оказалось два удара. У него оказалось два удара. Ёб твою душу жметь. И чё мне теперь, типа, нельзя никуда идти, пока я его не убью? Я, типа, его должен сдернуть? Мне так как способность использовать? А, все понял. Угу. Ой ты, господи! Раз, два, три выстрела, четыре. Да что ж ты за человек? Ой, я чувствую, это будет сложно. Я чувствую, у меня сгорит. Я чувствую, я психану. Но мне ж именно сюда нужно, я так понимаю, да? А где он? Ух ты ж, гад. Эй. Так нельзя. Ну и как мне его победить? У меня всего лишь пару тычек выносит. Так, ладно. Что это он делает? Да ни хрена он серии лупит, да ёп, тыгадык. Как использовать поджог, кто-нибудь объяснит мне, ребят? Я тоже хочу использовать поджог. Сука. Ой, ёп, тыгадык. Я не знаю, как его победить. Я просто я в КЗ. Здесь настройки у нас есть что-нибудь? Настройки кнопок. Нет, я хочу узнать, как использовать клавиатуру, мышь, так, прыгнуть, встать, так, что у нас на альт? Движением прыгнуться, так, прыжок, спейс, перекат, рывок, уворот, движение вправо. Атака справа и двуручно, так справа и двуручно, блок слева, навык shift, использовать предмет. Ну давайте колебаться.
Да угонись же ты! Твою душу. Уклонение, 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 уклонение. Мне нужна хилочка. Е, уклонение. Так, нормально. Ай! Какое нахрен отморожение? Сам ты отморозок. На тебе, сучка. Еще раз. Уйди! 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 Не делай так, не пугай меня. Ну что это было? Как он заколебал уже? По кругу его надо пустить. Кстати, что за медузки у меня там были? Что так сложно, я не пойму. Ладно, пока мы сделаем это вот так. Ой, да уклонись же ты! Ну, как от этой хуйни уклоняться? Я не понимаю просто. Да меня просто не доходит, вот в чем смысл уклонения. В чем? Как уклоняться? Почему он так медленно бьет? Поясните тупому, пожалуйста. Давай, влево вот уклон. Вот два уклона мы дали. Опа-на! Да все, уклоняйся ты, что ты стоишь? Я понял. Он запарил уже своей волшебной палочкой с меня эти чары разбрызгивать. Так, у нас так выносливость отнимается, надо глотнуть. Да уклоняйся, уклоняйся, уклоняйся. Уклонение, 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 ладно. Понятно. Мне нужно эту баночку. Да беги тут. Ну что за нахер, а? Это что такое? Ну и что это дало мне? Еще и пятый сделал. Типучий случай с коромыслом. А как мне серию атак добыть? Я хочу серию атак. Почему у него есть крутые атаки, а у меня нету? Я не понимаю. Это очень сложно. Появляйся, петушара. Да почему ж ты такой? Бегаем по камере. Ладно, нормально. Уклонились.
Пойдет, восстанавливаем. Что он этим делает, я не понимаю. Нормально. Нормально, жить можно. Уклоняйся! Уклоняйся! Да уклоняйся! Уклоняйся! Сучка! Сучка, 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 сучка! Уклоняемся! Бежим! Уклоняйся! Тише! Уклониться! Он еще и жизни восстановил. А как его вообще победить-то, я не понял. Я не понимаю. Уклоняемся. Сука, мне бы еще попасть бы в него. Уклоняемся. Я не понимаю, куда я бью. О! А ты не охренел ли? Аптечки использовать — моя привилегия. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Да какого хуя она такая медлительная? Он еще, сука, и аптечки использует. Ну это пиздец. Ой, статус яд, 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 яд. Ну что за пиздец? Ну нельзя использовать аптечки. Это нечестно довольно-таки сильно. Так, ладно. Мы тоже. Да какого хуя она не попала? У этого гандона еще, сука, замах такой большой. Я, блядь, не понимаю. Ну, сука, сука, ну это ж, блядь. Как в это играть? Кто-нибудь объяснит мне, как его победить? Сука, вот. Бок! Бок! Влево! Вправо! Так, мне нужно чуть-чуть отхилиться тоже. Да. Так, пиздец, так нечестно. Я не понимаю.
Уйди, 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 не лезь. Не лезь, она тебя сожрет. Уйди ж ты с этого холода. Ну пиздец, его вообще можно победить или нельзя? Крепость круглого стола, я не понимаю. Бля, я его сегодня пройду или нет? Что он мне так бесит? Взял, тупо выпил банку. Он тупо выпил баночку. Можно как-нибудь отсюда уйти, как-нибудь его обойти там, не знаю, честно. Ой, да ёб твою душу. Что ж такое-то, а? Я так понимаю, его обязательно здесь победить. Ладно, еще попыточку. Иногда влетают такие хорошие криты аж по 800 урона. Где? Где эта баба? Я не понимаю, где баба? Либо если пошарить, либо баба пропала. По-моему, баба пропала. Ну-ка, ты что-нибудь скажешь? Be sure to tell me if you meet her. She's a servant. She's been working. I've lost count, honestly. Ладно, давайте пройдемся вот здесь, допустим. Куда она могла пропасть? We've spoken. Понял, принял. Здесь опять эти бабки. Не, серьезно, шаман стоит, вот этот петух стоит. Я хочу выйти отсюда. Я поговорил с девушкой, у нее дар к усилению духов. Поэтому я рассказал ей все, что знаю. Я обязан одной наставнице, только так я могу почтить ее. Извини, что сомневался в тебе. Продать.
пепел войны, блин. Да мне все здесь пиздят. А, вот она. Рада снова тебя видеть. Большое тебе спасибо. Мне следует поблагодарить тебя, не так ли, за ублажение мастера. Рада сообщить, что он обучил меня благодарному ремеслу усиления духов. Я пока еще не знаю, на что способна. Но очень буду рада тебе помочь, если потребуется. Если хоть малейшая возможность облегчить страдания моих бедных солдат, восставших вкус, то я определенно должна попытаться. Родерик начинает настраивать духов. Рада знакомству. Так. Усиление духов. У меня есть духи? При себе. Ноль. В сундуке. Ноль. 600. Так, все. С тобой мы поговорили. Теперь тебе, Маша. Я хочу уйти отсюда. Почему я не могу уйти из этой крепости? Опять только туда надо. Ну-ка, может сейчас дверь отворится. Понятно. Обнажение клинка. Нервов у меня не хватает. Нервов. Сука, ну вот как его убить, если он хилится? Я его даже зажать не могу. Это, судя по всему, не под мой уровень. Это вот реально, по судя по всему, вот вообще не мой уровень. Нужно качаться еще. Там бабенку одну пристроили. Ну вот как, если его зажал, я тупо не успеваю ударить по нему. Тише. Тише, ну ставь ты, сука, блок. Я ебал, ну где блок? Ой, ебучий случай. Вообще похуй то, что я на блок поставил. Абсолютно похуюшеньки, есть же ей. Я не знаю, давайте последнюю попытку, и я подумаю, что где нельзя ездить верхом. Крепость круглого стола. Я не понимаю, как из нее выйти. Сука, посохом быстрее ебашит, чем я катаной, понимаешь? Он колдует нахуй быстрее, чем я. Ну вот ты, сука, понимаешь, как он может колдовать быстрее, чем я? Ну, блядь, мне просто взмахнуть, а ему, сука, нужно наколдовать. Это, знаете, там уже на шамане что-то. Сука, мне уже псих берет.
Блять, как я заебался. Сейчас вынесу его и все просто. Ну, где ты, петушара? Появляйся быстрее. Уйди! Да какого хуя ты кончила свою серию вот так? Заебись. Ну да, я специально подошел, чтобы пиздюлину от него гребстись. Ну я не понимаю. Я не понимаю. Ну-ка, тут написано, выберите любую, типа, точку мира. То. Блин, мне так не нравится здесь управление, так. Что-то... Метка приблизить, справка закрыть. А, вот отправиться. Сука, блять. Я здесь какая лень. С боссом этим 3 часа возился. Возможно, вырежу. Так, что у нас по времени записи? 40 минут, вот 40 минут, я просто потерял. Напрасно, ёп, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, усиление духов. Можно, он останется духов так. Ландыш нам потребуется, ландыш! Ну всё, пизду этот... Эту крепость круглого стола. А мы пиздуем куда-нибудь дальше. Вон, к могилке. Не, в замок сперва зайдем. Какой-то храм. Че это такое? Священная слеза, нормально. Ты из погаших, верно? Быть может, у тебя найдутся лишние руны? Я везде, знаешь ли, изучаю магию блестящих камней. Я с радостью поделюсь с тобой знаниями за небольшую сумму. У меня тупо рун не хватает, понимаете, пацаны, в чем прикол? О, это что такое? Просто вот рун не хватает, вижу, да? Пойдемте сходим на кладбище. Что нам делать еще? Только там псина ходит. По кладбищу шарится же. Оп. У ты убери свою херню. Слышь ты, шаман-волшебник, успокойся, да? Пизды, я греб все и успокоился. Я хочу забрать его косу. А чё, он еще не зох, типа? Я приколы не понял, ладно, пойдем дальше.
выносливость тоже, блин, тратит удары. Понял, почему я серию ударов кончается. Да вы запарили, а? И это было нечестно. Сколько раз мне здесь заставят сдохнуть? Ща им пизды дам, ща им пизды отвешу, будут знать, кто здесь батя. Батя в здании, ёпта, я понял, как с вами браться. Я начинаю разбирать в этой игре потихоньку, и мне становится легче. Пизды как взвешу. Ты слушай, я тебе влазить еще не разрешал. А как использовать поджог, я не понимаю. Свиток из академии какой-то. Мне нужно чуть-чуть выносливость восстановить. И долго они будут вставать. Уйди, дурачок! Хуя он там колдует, вообще не по-детски. Он, блядь, там заколдовал, прям вообще не по-детски. Пароли для групп. Статус безумия. Ой, пипец он, конечно, там заколдовал. Короче, надо подбирать и сваливать. Они там, по-моему, бесконечные будут. Карту я вроде бы уже подобрал. Так что, в принципе, просто забрать свой лут. Она не хер покласть. Все, до свидания, пацаны. Вы меня заебали уже. Не дохните. Не дохните никак, сука. Лезете и лезете. Давайте вернемся к этому пиздюку. О, олень. Олежка, олень, оленюшек, олень. Давайте дадим ему пожертвование, что нам расскажет так. Храм. Иди сюда, чувак. Ага, вот и ты не пожертвуешь немного, да-да-да, мы все это читали, пожертвовать. Что ж, благословляю тебя, благословляю. Меня зовут Топс, если тебе любопытно, я могу обучить тебя шарам, как я обещал. Вот только выдающихся среди них нет. Угу. Ладно, причем бесплатно учил, пиздобол ты несчастный. Прости, подружка. Боюсь, мое жалкое чародейство не сравнится с твоей щедростью. О, верно. Могу рассказать все, что знаю об этом месте. Встречалось ли тебе здание, что вызвало? Так, это Райл Лукармит. Начищали магию блестящих камней. Так, вот только врата ее с некоторых пор закрыты. Так, после того, как ее члены заявили, что не станут так. Академия наложила отражение печати на... Да, поняли. Несложно догадаться, что чары все еще действуют. Поэтому попасть в Академию без волшебного ключа невозможно. В общем, я застрял здесь. Неопытный чародей, которому не светит заполучить ключ. Так, когда они накладывают печати, я был снаружи. Теперь я не могу продолжать обучение.
Почему бы не добыть... В смысле мне, блядь? Тебе ж надо в эту волшебную академию, а не мне. Если вдруг найдешь еще один ключик, можешь навестить меня, когда закончишь все свои дела. И отдашь его мне. Я буду смиренно ждать. Да, я знаю, я тусклый. У меня нет способности к колдовству. Но все равно, мое место в академии. Так, это мы, по-моему, только что говорили, все. Ты нас не учишь магии, ты пиздоболь. Сейчас еще кое-что гляну. Тю-тю-тю-тю. Кстати, а мы же какой-то... Где у нас благодать? Я ж нашел какую-то благодать. Она где-то вот здесь недалеко была. Гаги, повысить изучение чары и молитв. А, это чары и молитвы, да? Понял, это чары и молитвы, так. Повысить уровень, мы пока ничего не можем, да? Ничего не можем. Так. Ну, давайте пойдемте вниз. Пойдемте по тропе. О, черепок. На бедняка, ладно. Пу-пу-пу-пу-пу. Пойдем по дороге. Самурая нет цели, у самурая только путь. Будем собирать все по пути. Нам же нечего делать, правда? Ух ты, как профризило. У меня всего лишь TRX. О, там лагерь, я хочу в лагерь. А это опять злой лагерь, да? Опять мне здесь пизды дадут. Опять меня отпиздят, небось. И что еще можно в Elden Ring получить? Только пизды, доброс. Да, я вижу, что ты уже... Ты что делаешь? Ты какими... Так нельзя! Алло! Кидается он тоже мне туда камнями. Так, мне выносливости нету! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хрена они умные, конечно. Они в шанках, они в шапках-ушанках. О, обобрать труп. Шапка-ушанка. Давайте зайдем в лагерь. Так, справочник места блестящих камней. Так, окей. Я так вижу, здесь и смысла... Ой, ты, господи Иисусе. Так, я понял. Два. Пьем флягу. Тихо, 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 тихо. Ты что? Ты на бабу руку поднял. Харакири. Что шара?
На бабу он руку поднимает. Кастрировать тебя надо. Так, а что мне это, собственно, дало? Честно говоря, ни хрена не дало, но идемте дальше по тропе. По тропе волшебной. Главное не сдохнуть сейчас, а то будет обидно. Здесь какой-то мертвый лес. Я вижу место благодати. Я вижу место благодати. Значит, тут все. Что это такое? Ладно. Я увидел место благодати. Так, сортировка сундука. Ну-ка, повысить уровень. Могу, не могу. Ловкость. Она у нас выносливость не повышает. У нас только стойкость выносливость повышает, да? Ой, мне пока еще выносливости колоссально не хватает. Так, сейчас я еще этот хотел у нас. Фляги качнуть. Я вроде что-то для фляг подбирал. Так, повысить эффективность фляг. Все, зашибись четко. Я улучшил флягу. Вы же добрые ребята. Вам же пиздюлей не надо давать. Ты здесь совсем недавно. Удивительно, что тебе удалось найти мой магазинчик. Ладно, неважно, деньги не пахнут. Почему бы тебе не взглянуть на мои товары? Только не спрашивай, как они мне достались. Купить. О, шлем ассасина. Осо. Три косаря стоит. Блин, были бы у меня бабки. Я все пока не вкачиваю в улучшение. Я вообще не шарю, в чем мне делать. Единственное, что я умею, это получать пизды. Нет, это шапка ушанка по всем параметрам хуже. Поэтому еще продадим. У нас еще самурайская шапочка есть. Можно твоего шика спиздить? Я хочу твоего шика спиздить. Так, руна у нас туда. Ага. Очень интересно. Я что-то не допрыгну, да? Ну да. Это нужно обходить. Что-то там собирать. Мы пока мы просто ходим и вашим мобов. Я надеюсь, меня сейчас никакая акула не сожрет. Это будет вообще весело и забавно. Так, кристальчики. Нам нужно на подъем. Ладно, пойдемте туда. Опа, она что это за жаба? Вот, господи Иисусе! А, они такие же сильные, в принципе, оказывается. Карта Востока. Так, мы пошли по какому-то мертвому лесу. И мне это не нравится, собственно говоря. Охереть, там еще кусок карты у нас проявился. В принципе, эти болотные твари не такие уж сильные. Слышь? Ух ты, блин. Накаркал твою душу. А что это было? Это у нас на коне. Я так понимаю, это босс?
А, с тобой нужно на коня драться. Ну я понял, я не умею коня призывать. Ебать! Бежим, пацаны! Здесь место благодати. Так что свали. Я хочу забрать это место благодати. Так, нам туда. Фу, блин. Так, СП. Они так и будут колдовать? Когда я уже в километре от них. Руины. Колдуют, блин, когда я уже в километре от них. Там что-то интересное лежит. Уж господи, что за хрень? Что это за херотень? Я, в принципе, говорю, что там что-то интересное. Мне нужно обязательно забрать свой труп. Эти ценные монетки, они пипец как нужны. Я понял пока, что с ним смысла тягаться нету. Мы просто так все забираем и уходим. Как настоящие мужики. С большими яйцами. Только так мужик честно сделать может. А мы кто? Мы мужики настоящие. Микрофон включен, включен. Так, проверка. За нами никто не гонится? Тут, господи, уйди в жопу! Плюется она еще, гонится за мной. Ебать, пацаны! Бежим! Оно бежит за нами. Надо бежать быстрее. Крути педали, пока пизды не дали. Оно отстало. Наверное. Вон, там тёлка какая-то. А еще такое. Так. С помощью телескопа зоркости, который находится в различных местах, вы можете осмотреть высоты птичьего полета. Так. Ага, увеличить масштаб, все понял. А мы где? Ладно, я выйти. Hello. Ау. Hello. Ау. Please. Прошу сюда. Ты наебать меня пытаешься? Hello. Здравствуй. Тут довольно холодно. Не находишь? Госпожа отправила меня с поручением. Но на меня напал какой-то негодяй. И теперь я в безвыходном положении. Может, ты согласишься мне помочь? Тот разбойник скрылся с дороги. Рыжельями, его необходимо вернуть. Вот только он тоже погасший. Если не желаешь сражаться со своими сородичами, я прошу кого-нибудь другого. Ой, ну давай согласимся. О, благодарю тебя. Какое счастье, что мы встретились. Наверное, этот главарез отдыхает в заброшенном доме. Пожалуйста, мне нужно это ожерелье. Так. Заброшенный дом. Ты подожди, ты про монтул, что ли, дворец говоришь, заброшенный дом, который был? Вот. Вон тот заброшенный дом. Я так понимаю, да? Просто больше не вижу ничего заброшенного. Вот еще что за хрень. Я на таких не хочу. Я буду обходить таких стороной. А то опять мне яйца откусит. Вообще, я играю за бедную, беззащитную девчонку. Это одни извращуги. Чего? А, да? Это можно все собирать? А зачем мне их собирать? И зачем я сюда забрался? Ой, блядь! Ладно, я понял.
Идем дальше. Сильных врагов обходим пока не стороной. Сохранение было. Там у нас кто? Тут у нас бревно. Тут у нас земля. То, что я искал. Так, давайте мы найдем руну, пожалуй. Это что у нас такое? Они, оно встает. Ты добрая лягушка или злая? Злая, понял. Да вы что, ребята, вы что? Вы что? Хуя. Лягушка кунг-фу панда, ёпту, блять. Так, еще две лягушки остались. Или это не лягушка? Лягушка-колдунья. Лягушка-колдунья, я понял. У меня хп нету. Ой, блядь, как ты сносишь много. Чувак, пожалей меня. Я еще не настолько сильно вкачался. Охереть. И здесь нет места благодати. И здесь просто нету места благодати. Так, знаете, что я хочу сделать? Мне кажется, ой, мне такое вот не нравится вот. Я хочу вернуться вот. Так, первый шаг. Храм, водить это пропустили, так. Где у нас лагерь, так? Я хочу сюда переместиться и пойти в другую сторону. Исследовать другую часть. Просто исследовать окружение. Понял. Не в то место, не в то место. Я когда-нибудь выучу карту. Это мой косяк. База ворот. Это что у нас? Северные озера. Вот это что? Это подзорная труба. Так. Вот. По-моему, сюда надо. По-моему, там у нас есть хил. Да, вот. Вот у нас торговец. Вот у нас наковальня. Кстати, там что было на наковальне, воспользоваться так, усилить оружие так. Я хочу усилить свою катану. Требуется дополнительный предмет. Какой дополнительный предмет требуется, не ясно. Но, пожалуй, на разговоре с торговцем мы сегодня закончим так. Надо будет у него что-то закупиться, но это закупимся в следующей серии. А сейчас всем огромное спасибо за просмотр и увидимся в следующем выпуске. Адьос. Here we go.